обретают в 1/8 финал, успешно преодолели барьер 1/16. Но этот запрос был отклонен. И вот они выходят на... специалисты, более того, игравшие в свое время друг против друга. За пределы поля. Адама двое, но мексиканец выдержал этот напор. Адама Трауре с игроками команды соперника, то уж со своими-то уж точно он пересекался. Но нет, пытался резко развернуться. Все Вальбуэна. После этого уже было и возвращение во Францию в чемпионате. И вот он, кстати, продлил свое соглашение с Олимпиакосом. Все в его исполнении устраивает, по всей видимости, руководство греческого клуба. Он, несомненно, один из лидеров является. Адама Трауре. Не страшная просто стартовая скорость, поэтому Цимикас должен это, конечно, держать в Лиге Европы. Ну а до этого, соответственно, Кубка УЕФА, она непреодолима для Олимпиакоса. Собственно, на этой стадии команда была... Рубен Невиш. Адама Трауре. Во фланг открывается по диагонали через все поле Ромен Сайс. Здесь удается гостям за мяч зацепиться. Рубен Невиш. Трауре. Опять демонстрирует свою феноменально взрывную скорость. Ну, явно не Адама Трауре он пасовал. Все-таки не стал дожидаться защитника, выбил. Трауре. Трауре, обратный пас. Догерти, хорошая подача. Прямые карты в руки. Вулверхэм. На самой бровке получил передачу. Тиня, вновь Адама Трауре на самом фланге. Можно играть. Ну, и сделают это в том случае, если сегодня будут наказаны желтые. Это все три. Но мяч перелетел. Эль Араби. Трауре. Трауре во фланг. И отдает слишком сильно. Не успел. Передачу сделал Олимпиакос, чем соперник. Еще один удар, которых совсем немного у Вулверхэмптона в первом тайме. Мэтт Догерти. Пожалуй, что Догерти и Трауре самые активные в первом тайме у Вулверхэмптона. Из сегодняшних первых встреч 1/8 финала Лиги Европы Интер-Хитафи и Севилья-Рома перенесены и поострее заиграет во втором тайме. Да, никуда не деться в эти дни без три полузащитника. Мухаммед Камара, номер 4, Андреас Бухалаки. Итак, хозяева поля, которые еще в первом тайме на 28-й минуте прямую красную. Итак, после замены Вулверхэмптон, несмотря на то, что получил в первом тайме еще численное преимущество, пока не нанес ни одного удара в створ ворот Жозе Са. Этот Олимпиакос приучен, но сейчас немножко другая ситуация. Эпизод с падением Диого Жоты, честно говоря, еще только больше уверился в том, что картинно падал. Лом к воротам. Примерно в том же стиле Адама Трауре. Но, очевидно, пытался пробить, находясь под... Да, и по-прежнему без ударов в створ играет Вулверхэмптон. Подача Маутиньо.
Рубен Невиш возвращает мяч Жоао Моутиньо. Рядом Адама Трауре. Прострел. Нужно было оставить мяч, кажется. Сохраняет мяч Олимпиакос. Без какой-то перспективы на атаку. Невиш. Неплохо. Педро Нету. От Невиш. Адама Трауре. Прострел Жозе Са. Глубоко в центр. Но эта позиционная игра тоже не его. Удар от ворот, я думаю. То есть сегодня 15-й еврокубковый матч, что для Олимпиакоса, что для Вулверхэмптона. Это самый длинный еврокубковый. Заброшен на ход Адама Трауре. Только одна победа хозяев. Ну, по крайней мере, вот к этой игровой. И ни в одной из них хозяева не ведут. Он пока выходил только одну, что их нет. Забавное предположение. Врывался в чужую штрафную. Ну и там только если индивидуальное мастерство позволило бы один. С Раулем Хименесом. Кос позиционно в обороне. Адама Трауре. По снизу штрафную. Мяч возвращается. Адама Трауре. Попытался. Немало в составе греческого клуба. Вальбуэна. Вилли Боли, Ромен Сайс уже почти в опорной зоне поджимают атаку. Результативная ничья, да еще и с 70 минутами, ну, или там почти с 70 минутами сыгранными в меньшинстве, далеко не худший расклад для Олимпиакоса. Общение две недели назад в Лондоне на ответном матче 1/16 финала с рядом футболистов Арсенала. Трауре, Болийского защитника. Последняя из четырех. Вилли Боли, Адама Трауре. Забитого на чужом поле. Это Лига Европы.